Ноги ставим на ширину плеч и начинаем мы снизу и двигаемся вверх. Одну ногу ставим назад на большой палец и начинаем вокруг большого пальца вращать, разминая и суставы пальцев ног, и голеностопный сустав. Движение идет от тазобедренного сустава. 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Не бойтесь прям хорошо заворачивать пальчики и хорошенечко все разминать. Да, гонять жидкость по телу. Другая нога. 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Дыхание свободное, глубокое. Отлично. Ставим ноги снова на ширину плеч, руки ставим на пояс и начинаем вращать телом. Только одна макушка в одной точке, а все, что ниже макушки, двигается. Здесь мы хорошенечко разминаем наши шарики, тазобедренные суставы, да, активизируем мышцы и органы таза. Будьте внимательны, все по ощущениям. Хорошо. И в обратную сторону. Здесь 10 раз в одну, 10 раз в другую. Отлично. Амплитуду делайте свою, в которой вам комфортно. Самое главное этих упражнений, этой гимнастики, это активизировать движение жидкости по сосудам. Всех жидкостей, кровь и лимфа. Отлично. Теперь смотрите, мы сгибаем коленки и начинаем вращать вот только тазом, только вот этой зоной. То есть теперь у нас плечи неподвижные, все, что ниже, вращает. Такое красивое танцевальное движение. Также это движение можно выполнять, сидя на большом мече, фитболе. Очень хорошо для разгрузки поясницы, поясничных позвонков. В обратную сторону. Хорошо. Есть, выросли. Теперь одну руку тянем в сторону. И здесь мы растягиваем ребра и мышцы межреберные. Поменяли. Другая. Выдох. Хорошенечко потянуть, за рукой потянуться. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох. И двигаемся еще выше, опускаем руки и начинаем вращать плечами. Хорошенечко заводим плечи вперед, вверх, назад и вниз, чтобы и ключицы достать, размять. И опять-таки грудную клетку потянуть за руками, за плечами, размять. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Упражнения все очень простые, несложные. Этот комплекс вообще очень хорошо выполнять и утром, и вечером, каждый день. Есть, хорошо. Теперь еще дальше, еще выше. Складываем вот так вот пальчики. Ставим руки на уровне глаз и начинаем разминать лучезапястные суставы. Вращаем вперед. И теперь обратно к себе. Хорошо. Опускаем руки, расслабили. И последнее упражнение, точнее предпоследнее в суставной гимнастике, это голова. Мы начинаем медленно вращать головой, опуская голову в сторону, вниз, в другую сторону и вверх. Если чувствуете, что кружится голова, можно присесть на диван, либо на стул, выполнить это движение сидя. Здесь также важно не спешить, задача не просто повращать головой, а мягко повытягивать шею в каждую сторону и в обратную. 3-4 раза в одну сторону, 3-4 в другую. Очень важно не запрокидывать сильно голову назад, а просто вытягивать подбородок вверх, для того, чтобы активизировать все связочки и мышцы рядом с позвонками. И убрать напряжение в затылочной зоне. Есть, отлично. И последнее упражнение для всего позвоночника, для суставов позвоночника. Мы упираемся, ставим ноги шире, плеч теперь уже, упираемся руками в бедра. На вдохе прогибаемся и на выдохе округляем спину и вытягиваем позвоночник вверх. Вдох, прогнулись.
выдох, округлились, вдох, прогнулись, выдох, округлились. Можно это упражнение, вы знаете, я думаю, и в программе оно есть, делать стоя на коленях, кошечка, либо вот так вот просто стоя, та же кошка. Вдох, выдох, вдох, и выдох, и круглой спиной вверх потянуться, вдох и выдох. На самом деле зарядка быстрая, суставная гимнастика, ничего сложного, но зато вы очень хорошо активизируете все процессы и не будет вот этих вот застойных явлений, отечности. Так что делайте. Хорошего дня!